Золотые барс и филин. Национальный банк сообщает о выпуске новых памятных монет. Нумизматы могут пополнить свою коллекцию золотой монетой барс номинальной стоимостью 100 тенге, а также монетой с изображением филина со вставкой из бриллианта. Подробности в следующем репортаже. На лицевой стороне памятной золотой монеты барс в центральной части на орнаментальном фоне изображен герб Республики Казахстан, а в нижней части обозначен номинал монеты 100 тенге. Это монета барс номинальной стоимостью 100 тенге и золотая памятная монета филин номинальной стоимостью 500 тенге. Монеты изготовлены из золота 999 пробы. Качество проб, что означает высшего качества. Максимальный тираж монеты барс составляет 9500 штук. А на лицевой стороне памятной золотой монеты филин в центральной части изображен также герб республики. А на оборотной стороне в центре изображения головы филина. Памятные монеты пруф качества выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Нацбанка Казахстан. Приобрести монеты можно во всех филиалах Национального банка Республики Казахстан. Вот филин, видите, красиво. Там барс. Это оборотная сторона, лицевая сторона. Мирамгуль Салкимбаева, Олжас Габбасов, Павел Спиридонов, Первый Карагандинский. Спонсор выпуска новостей – компания Galaxy Group с торговой маркой «Алюгал». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал».